Всем привет, друзья! И мы сегодня открываем лол конфетти! У нас, ребята, есть вот таких вот два шарика. Смотрите, лол конфетти, 35 куколок в коллекции, третья серия и 9 сюрпризов. Я уже порвала. Эти шарики, ребята, должны быть необычные. Ну что, что там у нас первый за сюрпризик? Гантели! Ай, что ты не понимаешь? Смотрите, ребята, нам, наверное, попадется какая-то спортсменка. А может даже и силач? Не знаю. Давай же открывать и смотреть, кто будет, что дальше будет за подсказка. Это книжечка какая-то. Смотрите, ребята, вот такая вот наклеечка. Куколка Лол должна менять цвет, плеваться, плакать. Еще что-то будет. Она должна еще что-то уметь делать, да? Что там? Какая-то татуировка с парфюмом. Да, вот такая татуировка с какой-то туалетной водой. В общем, вот такой вот шар. Да. Его нужно будет прокручивать, как барабан по секциям, и доставать оттуда сюрпризы. Видите? И узор на шарике другой. Здесь была вот такая вот наклеечка. Наклеечка, да, показана, с чего мы будем начинать. В общем, вот это мы открываем первое отделение, достаем сюрприз. Давай ножницы будем открывать. Давай я так буду тебя доставать. Он в большом пакетике. Да, вот такой пакет большой, смотрите какой. А там... что же здесь за сюрприз в таком пакете? Маленький. Опа! Я понял, ты мне попался, класс! Смотрите, там есть вот такая сосочка розовенькая, маленькая-маленькая. Я поняла, что мне попался, я ее хотела. А еще вот такой вот головной убор. Я ее хотела, я знаю ее. Я ее видела на видео. Это открывали хорошо, девочки. Давай дальше. А тут ботиночки ее. Они очень классные у нее ботиночки. Еще один сюрприз. Как у балерины у нее ботиночки. Я знаю, у меня как у балерины ботиночки такие. Да, здесь, смотрите, маленькие-маленькие ботиночки. Опа! Смотрите, второе мы, получается, секцию тоже достали. Там были ботиночки. И есть уже вот такая вот ленточка. Она из материи сделана. Такой замочек. Мы теперь, получается, прокручиваем еще одну секцию. И открываем ее. Ух ты! А здесь, ребята, наряд. Смотрите, это правда какая-то балерина, наверное? Нет, это не балерина, она, по-моему, в цирке работает. Такая юбочка и кофточка розового цвета. Прикольно придумали, чтобы костюмчик не помялся. Вот. Ярослава уже открыла бутылка. Розовая с золотым. Раз, два, три. Опа! Смотрите. Ну, ничего не стрельнуло вообще. Смотрите, ребята, сколько здесь всего. Смотрите, какое конфетти. Ну, конфетти. Класс. Поэтому оно так называется, потому что лол конфетти. Да. Здесь помимо конфетти есть вот такой вкладыш. Что умеет делать кукла? Также есть еще один вкладыш с коллекцией этих кукол. И Ярослава достала саму куклу, главную героиню нашу. А дай посмотреть, что у нее руки разноцветные, что ли? Да. О, смотрите, ребята, какая кукла прикольная. Это у нее перчатки. У нее разноцветные ручки, да, как это перчатки. Оденьте мне, мне холодно. С этим шариком еще идет вот такая вот необычная ручка. Здесь написано «Лол». И она открывается как и замочек. И эта ручка, да, как замочек. Смотрите, как делается. Молния расходится. И тогда уже одевается на шарик. Вот. Шарик очень даже необычный. Я собрала куколку. Посмотрите, какая она классная. Привет. Куколку нашу зовут Шоу Дива. Она из серии «Гламурная красавица». А теперь открываем второй шар. Очень интересно, что же там будет у нас, да, за кукла. А может даже из противоположности. Вот это уже интересно. Камень плюс барабан.
Совсем непонятно, что это такое за подсказки. Наклеечка точно такая. Тяжело закрыть первый этот сюрприз. Там, наверное, или бутылочка, или тапочки, что-то. Я показываю, что это не бутылочка. Нет. Опа, а здесь у нас, ребят, сразу наряд. Смотрите, какой смешной. Какая кофта и шорты. Ярославе не втерпешь, она решила посмотреть во вкладыше, что это за кукла. Кто это? Не знаю. Так, это у нас Funky Lady из серии Rock Club. Пока сниму костюм. Ой, еле достала. Это что-то... Давай, буду открывать. Здесь у нас вот такие вот крутенные очечки. Я еду по улице, я словно чумачечи. Я совсем не улица, я натяну очечи. Это точно. Опача, смотрите, какие здесь крутые ботинки. Высокие, блестящие на каблуке. Опа. Ух ты, что это такое? Ярослава! Слушай, у меня, по-моему, кошка потерялась. А это, ребята, прикольная бутылочка для молока, на которой нарисована кошечка. А теперь взрыв! Давай! Опа! А тут другой салют! Почему другой? Конфетти разноцветное? Да! Ну да, а здесь конфетти розовое с желтым. Самое главное, выпала наша героиня. Ты будешь, Ярослава, ее открывать или я? Давай. Также, ребята, вот такая вот ручка на шарик. О, нормальная девочка. Смотри. Ух ты. С тапками уже, или с носочками точнее, это да? С носочками, мне так кажется. Прикольная кукла. Куколка одета. Смотрите, какая она модная. Вот. Мне кажется, только ей ничего не видно в этих очках. Слишком уж они у нее затемненные и большие. Ребят, а еще мы приготовили холодную воду со льдом, чтобы посмотреть, меняют наши куклы цвет или нет. Давай сначала будем это опускать, она такая прикольная. Давай. Смотрим. Одежда не меняет цвет. Теперь опускаем ее головой. Нет, не меняет цвет. Не меняет? Меняет, да, цвет, ничего не происходит. Давай ту попробуем. Давай. Суска выпала. Ах, а водная. Ну, наряд вот этой куклы тоже не меняет цвет. Я думала, будут цвет менять ее ручки, но они тоже не меняют. И голова не меняет. Ничего не меняет. А ну да, я посмотрю внимательно на руки. Розовые как были, так и есть, да? Вода у нас ледяная. Но ничего не происходит. Эта кукла тоже не меняет цвет. Вот такие куклы открыли мы сегодня из серии Лол Конфетти. Всем пока! Подписывайтесь на канал! И ставьте пальчики вверх! Пока-пока!